Всем привет! В первой части мы делали подготовку перед укладкой плитки, то есть выравнивали стены. Далее приступим к укладке плиткой данный санузел. А что у нас из этого получится, мы сейчас увидим. Поехали! После того, как залили поддон душевой кабинки, делаем разметку и приступаем к укладке плиткой. Стены проходим на сдир для лучшей адгезии, но так я делаю не везде, а только в местах повышенной влажности, то есть душевой кабинки. Подрезку приходится производить сверху вниз. Так проще и удобнее. Распил плитки произвожу ручным плиткорезом «Кристалл». Кому интересен этот инструмент, я на всякий случай оставлю ссылку под описанием видео. Для ровной укладки плитки я применяю ТЛС, размер системы в 1 мм. Очень удобная система для маленького зазора. Ссылку на эту систему я на всякий случай оставлю под описанием видео. Тщательно проверяем уровень, в моем случае это лазерный построитель. Все подрезки приходится делать сверху вниз для сохранения общей плоскости.
А на сегодня у меня все, и в следующей части будем делать поддон от начала и до конца со всеми подробностями. Всем пока, спасибо за внимание.